Приветствую вас, ребятишки, ребятишашечки. Так, что ж тут мы все осмотрели. В принципе, это была дорога больше сделана чисто, чтобы собрать припасов, насколько я понял. Ну да, визуально, во всяком случае, не похоже на то, что она нам была как-то нужна по сюжету. Да. Да, не было похоже, что нам была бы как-то нужна по сюжету, поэтому вроде бы как это чисто, да, чтобы собрать припасы. Но, правда, тоже получается, что что чтобы припасов собрать-то, да? Какие же тут припасы, если, по сути, мы сейчас опять будем по этой воде идти, и опять эти рыбы на меня нам бешеные нападут. Да. А у меня и так все хреново с ХП. Кстати, как вылезти непонятно наверх? Смотрите. Блять, что-то я про это не подумал совсем. Бля, чуваки, что ж теперь делать? Тут просто, видите, есть лестница, да, а там же нет никакой лестницы. Непонятно вообще нихуя, что делать. Блять. Ага. Ага-га. Фу, бля, я уже испугался, если честно. Мы еще и броньку собрали. Блин, ну слава богу, я реально, я, честно говоря, так шуганулся сначала, знаете, если честно признаться. Думал, уже все, мы не сможем, типа, вернуться, блядь, да, и пизда рулю. А, хотя по-прежнему... По-прежнему, может, оно так и есть. Либо идти по рельсе получается, либо пизда рулю опять-таки, да, потому что как я сейчас, я с этой хрени сейчас спаду, получается. Блять, опарились идти, это я сейчас последнее хп растрачу. Ну ёпаный. Блин, нахуя я свайзил, да? Придурок, блять. А ну хотя как последнее хп? У нас было 26, стало 22, в принципе. Ну да, в принципе, могло быть и хуже, ладно. Но впредь надо быть более в этом плане осторожным. Вот тут я еще сейчас хочу выйти, там какие-то ящики, видите, да. Там какие-то ящики, я хочу пойти осмотреть. Ой, ой, ой. Ага. Пока что только патроны. А, по правде говоря. Не особо шибко мы там что-то нашли, да, патроны к револьверу. Ну как, эта штука, конечно, классная, базара ноль, но я больше рассчитывал на какую-нибудь там хпшку, знаете. Чего-нибудь этакое. Просто вообще хреново то, что все такое хардовое, потому что я слышал, что вообще считается одним из тяжелейших боссов в мире игровой индустрии. Это как раз этот вот Зен. Или как он там будет называться, этот финальный босс Half-Life 1. Говорят, он пиздец какой сложный. И в этом плане мне немножко сыкотно, что называется, да? Как бы нам не было там совсем-совсем сложно, потому что пока что испытываем мы некие такие трудности, да? Вот тут еще интересный момент, смотрите. Мы сейчас, значит, едем-едем. Да, видите, тут стреляешь по этой хрени и типа как...
Оно меняет направление. Значит, наверное, по логике вещей нам вообще надо ехать туда, вот в эту сторону, но тут мешает типа кран, надо его как-то убрать. Значит, наверное, сначала надо поехать куда-то туда, найти как-то проход сюда, нажать, наверное, там какую-то кнопку, тут эта херня откроется, мы поедем налево, потому что, судя по всему, нам туда и надо. Значит, нам сейчас надо вернуться назад. Блин, вообще, вот, игра 98-го года, ну это просто пиздец. У меня порой просто нет слов от того, вот насколько я охереваю от происходящего здесь. Полный вперед, давай, братишка. Вот опять куда ехать, да, по правде говоря. Ну, направо это, по идее, мы вернемся, а налево куда-то мы вообще выйдем. И не совсем понятно, просто можно ли вообще сюда как-то поехать, потому что... Он-то меняет направление, но он это делает аж где-то там, видите, то есть вдалеке. И то мы просто решаем, либо мы едем прямо, мы, либо мы поворачиваем куда-то вот направо. Давайте, наверное, сначала поедем прямо, или он сейчас будет поворачивать. Не-не, прямо. Ой, не-не, поворачивает. Да, мы там даже уже были, видите. Нам сейчас, походу, надо куда-то туда, да. Ага. Ой. Так, что тут? О, ну хпшку нашли, уже не зря мы сюда решили заглянуть. Есть спуск в воду, но правда не совсем понятно, зачем он там. Барнеков сейчас всех завалим, давайте, да. Сразу. А, непонятно, зачем спуск в воду, но я так думаю, что, наверное, нам туда не надо. Там, наверное, тоже будут эти пираньи ебучие, поэтому, короче... ХПшку взяли и хорошо. Но правда получается, что это тоже не сюжетное что ли место, да? Потому что я сначала подумал, тут, наверное, по сюжету что-то будет, но. Ничего подобного я не вижу. Так, две гранаты, еще немножко брони взяли. Блять, ну залезь, братан. О, умница. Пока что что-то я в таком затруднительном положении, не могу с той толком понять, куда нам ехать. О, смотрите, тут мы, наверное, не были, да? Так, отлично, мы взяли еще себе брони. Тут у нас граната, но граната у нас и так дохера, я понял. Так, и тут, кстати, хпшка есть, вот что очень отлично. Да. Сейчас мы помаленьку, полегоньку наши все характеристики такими темпами восстановим, да, ребят? Так, там, кстати, ряд турель. О! А, вот эту хрень нам надо, походу, да? Да, вот, все, она отъехала. Угу.
Так, все, это мы сделали. Преграду с пути мы убрали, да. Так, гранаты надо взять. Так, куда нам теперь ехать? Блять, не попало. Так, ну сейчас надо, наверное, притормозить, да? Да, тут нам надо не прямо, тут нам надо налево. Так, точно. Так. Ну, в целом, сложного ничего сильно не было, да? Я правда говоря, когда сначала тут это посмотрел, сколько тут вариантов, куда идти, то даже немножко испугался, подумал, что это будет что-то нереально сложное. Как видим, разобраться было несложно. Разобраться было несложно, да-да-да. Блин, падла тоже по мне этой штукой стрельнул, да? Блять, падла с солдафонами, да, они тоже тебе бомбочками с автоматов стреляют, вообще офигеть. Вы вспомните ту же вторую халфу, да? Там ни один из солдатов Альянса не умел пользоваться вот этими вот бомбочками в автомате, да? То есть с этими суперспособностями, что называется. Даже на самой тяжелой сложности. Здесь офигеть, на среднем они эти бомбочки по тебе кидают. О, к револьверу патроны, отлично. Так, у нас есть вариант вниз спуститься, я даже не знаю, надо, не надо. О, бомбочки, офигенно. Причем сразу две штуки вообще. Ой, хпшка, блин, песня. Ты что, по-любому надо было спускаться, конечно, вообще без вопросов. Так, ну туда смысла, пожалуй, никакого нету. Да, все, поднимаемся назад. Что ж, зашибись, у нас теперь и ХП есть, и все на свете. А сперва поедем прямо, наверное, даже. Я даже не знаю, да? Эти звуки, блядь, которые они издают, это отдельная тема вообще. Для разговора, что называется. Блядь! Ебать, сколько вас тут было, ребята. Ой. Маленько подлечились, хорошо. Офигеть. Станковый пулемет даже есть, да, чуваки, вообще херен. Блин, так-то, наверное, их и надо было завалить, этих солдафонов. Наверное, сюда надо было спрыгнуть и тупо их из пулемета завалить. Же я, блин, не сообразил сначала. Ну, вернее, даже не то, что не сообразил, а банально не заметил этого пулемета. А когда заметил, то уже поздно. Но в целом, конечно, круто. Вот это я бомбанул, да, ребят?
Так, отлично. Это мы неплохо зачистили. Прям как спецназ зашел, да? Быстро и чисто. Так, в этих ящиках часто что-то бывает. Но не в этот раз. Эй, там движуха нереальная, вообще творится, офигеть. Так, броньку собрали. Блин, жалко, револьвер начал заканчиваться, да. Так, загружаться. Нормально. Так, ну все, с братишками мы вроде бы, слава богу, разобрались, да, теперь можно спокойно, по крайней мере, перемещаться. Вроде бы как. Так, там, по идее, вниз можно портануться, я так понимаю, да, ну давайте посмотрим. Блять, да. Офигеть. Как Будевич сразу выкупил, да, что там вниз даже можно слазить. Но вот это вот по-любому, наверное, какая-то хованка, да, нычка. Я на все 100 уверен. Чисто, чтобы чем-то поживиться. Ну и здесь этот ебучий хиоткраб нам всю малину испортил, да? Хотя в целом, конечно, неплохо мы. И подлечились, и броньку, и патронов какие-то нашли. Ладно, погнали отсюда. Я же в первом Half-Life хиоткраб самый неудобный противник. Всегда он так не вовремя где-то вылазит и подпарчивает всю малину. Так, хорошо, мины взорвали. Так, куда же нам топать-то? Блять, я уже вообще забыл, куда идти, если честно. Да, я что-то потерялся. Тут достаточно масштабная вся эта хрень, да, где ты был, где не было, уже разобраться даже сложновато, если честно. О, вот, да. Нашли, слава богу. Так, да, мы еще ж на эту сторону можем пойти, смотрите, офигеть. Да. А, ну тут ни хрена интересного нету. Да. Так, сюда. Походу, надо путь просто продолжать, насколько я понимаю, да? Только так, понемножку, полегоньку, потому что... Или ладно, давайте прибавим. Ой, а куда это? Я, походу, неправильно еду, или правильно? Ребятки. Что-то я, походу, неправильно еду. Я же, по-моему, тут был, если я правильно помню, или нет. Ну да. А, не, все правильно, как раз таки все правильно, да. О, тут только давайте притормозим. О, аптечку нашли. И патроны для револьвера. О, вот это вообще бомба. Не зря мы решили такой пит-стоп сделать, да, ребят? Припасиков пополнили. Отличненько. Погнали, полный вперед.
Интересно, долго мы еще будем ехать вообще? Блять, я же ему в башку стреляю, какого хрена? Ну вот, револьвер там изгодился, да? Как раз эти сразу всю обойму выпустили. Блять, это еще один. Бля, мне ж потом... Сука. Глупая смерть, да? Как мы его, да? Классно вообще. Мне аж самому понравилось, да, братишка, даже не понял, что произошло. Мы ему прям хедшотину повесили. Правда, жалко, потратили, конечно же, гранат. Да ладно. Я ищу тебя, слушай, солдат, странно. А вообще, как, куда мы едем? Прямо? Ага, это типа уже тупик. Угу, значит, наконец-то наши... Путешествие по рельсам закончилось. Хотя вообще в целом, да, мне даже понравилось. Я же транспортное средство в такой старой игре. Реально, ну, мне было скучно ехать. Все эти препятствия устранять. Прикольно. Блин, 6 бомбочек у нас в автомате. Ой-ой. Офигеть. Я же еще звуки они такие издают, это капец, угарнейшие звуки просто, да. Так, там, кстати, кто-то за стенкой-то и стоит. Ой, да. Давайте поможем, братишки. Братан. Блядь! Иди без меня. Ты слишком много болтаешь. О, хпшечка, отлично. Да, я вроде тогда же начинаю уже, знаете, приспосабливаться к этому геймплею, да, к этой игре. То вы, глядишь, скоро вообще профи станем, да, ребят? Блядь! О, братишка, вообще, красавчик. О. Бля, 100 хп, 22 брони, офигенно. Так, братишку мы еще не зря спасли, видали? Братишка нам подмог. Увидимся. Давай, братан, держи тут оборону возле аптечки, да. Я тебе сейчас водички сдам. Потому что без еды человек может долго протянуть, а вот без воды долго не протянет. Потому что вот, на тебе там, бери водичку, братишка. Угощайся. Все за счет заведения. Все оплачено, блядь. Ты че, сука? Его еще и хуй убьешь, блядь, а? Так, водичку оставляем, братишки, да. А что с той хуйней делать, я что-то не совсем понял, блядь. А, во. Блядь, братан. Очень плохие предчувствия. Ты со мной в огонь и в воду, ты смотри, это прям брат по оружию мой, да? Brother in arms, ёпты. Он говорит, я здесь подожду, а в итоге пошел со мной в самат, да? Против такой штуковины воевать пошел вообще. Уважаю, братишка. Так, не совсем понятно, что от нас требуется, если честно. Давайте сначала проверим, обесточено ли здесь. Нет, не обесточено, блядь. А, так он тогда давать был хп, я потратил, не хочется так вот просто впустую тратить хп. А, вот эта ракетка. Внизу ракеты мы уже были, внизу ракеты мы уже разобрались там, да, со всеми. Thank you.
только заебали эти солдафоны. Откуда вы лезете, блять, а? А где он, нах? Ни днем, ни ночь от этих солдат покоя нет, да, ребят? Это что за хуйня? Блять, нам опять ехать на этой тележке надо или что? Не могу понять. Там просто вроде... А, нет, больше спуска не было. Тогда ясно. Я просто думал, тут еще вроде бы спуск есть. Но тогда все предельно ясно, да. А, это ж те, которые не взрываются. Это те, которые автоматы включают какие-то, помните, да. О! Блин, тут так все прячут, да? Аптечку ту за ящиками спрятали, которые мы разбили. Вот эту вот хрень за стенкой спрятали. Ведь можно было легко и не найти, согласитесь. О, револьвер, отлично. Бля, реально, пока что мое любимое оружие в Хауфе, просто бомбезное, да? Урон классный, прицел удобный, да, скорострельность неплохая. Вот только перезарядка долговатая, единственный, пожалуй, минус. Но должен же быть хоть какой-то минус, правильно, ребятишки? Давайте сейчас попробуем, может быть, как-то гранатами там подзачистить. Ну, хотя... Сука, ты заебал. Ой, ну мы в него попали, да. Так, там где-то была хпшка. Хорошо, все равно мы снова же возвращаться вряд ли будем. Так, хорошо, с тем придурком мы разобрались. Нам теперь надо... Полный вперед! А, ну, в принципе, ничего страшного. Я, честно говоря, боялся просто немножко, да, что мы что-то такое включим, знаете, что-нибудь такое страшное, да, там, мощное. А, в принципе, это обычные эти турели, которые довольно-таки просто выносятся. Бля, с револьвера турель с одного выстрела валится, прикиньте. Тут вообще какая-то хардкорность, я не знаю, как это было так в оригинале или нет, но вот в этом моде, во всяком случае, хардкорность какая-то такая своеобразная. То есть солдаты реально нехуевые противники, но вот эти вот турели очень простые, да? Ты солдата с двух выстрелов с револьвера валишь, ну только если в голову не попадаешь, да? В то время... О, кстати, еще две бомбочки. Да, там... В то время как турель, он, пожалуйста, с одного выстрела загасил. Такая своеобразная какая-то хардкорность, и вообще вот в процессе тебе просто сложнее играть, чем валиться, да, вот там... Понять, чего тебе делать порой очень сложно. Блять. Это все, да? Мне заебали эти, блядь, хиат-крабы. Так, у нас только барнекл. Я же, они вечно вылазят из какой-то жопы, блядь, снимают у тебя хп и пиздец. Причем даже неплохо косует, ведь на самом деле. Полный вперед. Тудух, 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 тудух. Блять, а что же я не остановил-то эту? Блять, басловоз, стой, сука, блять, стоять, ты чё? Пиздец, а? А что за хрень по мне стреляла? Я спрыгнул, да, а газ не остановил, он продолжал ехать. Какая-то ракетница, да? Охереть, что тут, блядь. Самонаводящаяся ракетная установка. Вообще, блядь, что творится, а? Полный вперед. Ой. А это взрывная, по-моему, да. Давайте еще назад, да? Ага. Полный вперед. Так, мой опыт подсказывает мне, что здесь вот лучше притормозить, да, потому что обычно вот когда так вот долго-долго едешь, потом по бокам обязательно какой-нибудь придурок выскакивает.
Надо как-то этот барьер, я так понимаю, открыть. Хотя вообще, вроде бы, мы как-то пару раз ехали, да, была такая хрень по дороге, мы просто с разгону ее разбивали. То есть, может быть, можно и так даже делать, я точно не знаю. Ну, наверное, как говорится, кошернее будет, да, по красоте сделать, правильно? Револьвер кончился, но я где-то слышу еще солдафонов этих ебучих. Вообще непонятно, откуда я их могу слышать. Вроде бы никого нет, никого нихуя. Может быть, оттуда где-то, да? Че, дальше дробак брать или что, сам не знаю. Из дробака вот этих вот вортигонтов классно валить, да? Так, я там уже слышу хедкраба как минимум, поэтому давайте. А еще много, слишком много оружия. Тут реально очень такой обширный арсенал, но по правде говоря, непонятно для чего, потому что, к примеру, этой хренью я вообще не пользуюсь, да и этой тоже, да. Нихуя себе, блять, я же говорю, вот вспомните что-нибудь подобное, блять, в Half-Life 2. Да никогда в жизни вы такого не вспомните, там никогда солдаты не пользовались этими бомбочками. Тут охереть вообще, блять, чувак без печали ебанул меня этим подствольником, блять. Пиздец, 3 хп, блять, а. Все, мы их просто взорвали всех, да и все. Заодно и попользовались более обширным арсеналом, да. Не, наверное, все-таки их мы бы не выбили, да. Неспроста же они делают такие хрени, что типа надо их открывать. Значит, по идее, мы бы сами бы их, наверное, не пробили бы, да. Все, поехали. Поехавшие. А, там, по-моему, хпшка же была или нет? Да, о. Я чуть было так по-жесткому не проебал, да, ребят? Можно же было все хп восстановить, а я бы так бы и поехал бы, блядь. Полный вперед, давай, стартуем. Вообще охуели, блядь, сука. Блядь, охуевшие солдаты, блядь. Что творят, блядь, скоты, а? Погоню, блядь, устроили. Пиздец, а. Блядь, здесь охуенная игра, реально. Блядь, да слазь нахуй. А что происходит? А, камни попадали, блядь. Надо перезагружаться. Где там тут хуйлопан? А, это мы еще едем. Сейчас будет. Жив, в какой-то еще игре такую встретишь, да? Блин, 98-й год, и до скольки вот они смогли добавить экшена, да? С ума сойти. Я же, я играю в нее в 2018, и мне вовсе не скучно. Так, ну только вот тут вот у меня уже возник вопрос, а что дальше? А, он тут минировал, видите, это ебаный сапер какой-то, блядь, был. Да, он тут все заминировал к хуям и взорвал там. Так я не могу понять, что дальше вижу. Эта стенка, она... Может быть, стенку надо с разгона пробить? Мне что-то не очень понятно. Или, может быть, взорвать ее как-то? Не, дальше он ехать не хочет. Да нихера. Да, что этот момент я до конца не понял. Что за прикол? Смысл мне просто назад ехать, если мы оттуда приехали, правильно?
Так, погодите, мы же дверь открыли, да? Нам надо, наверное, на ту сторону надо как-то попасть, да? Мы же там открыли проход. А, это мы здесь открыли. Хуй поймешь, а. Тут заперто все равно. Да не, не то, блядь, слишком далеко назад мы едем. В любом случае, это неправильно, да? Че тут какой-то момент непонятный, реально. Че-то я врубиться не могу вообще нихера. То ли нам надо там без вагонетки переходить на тот туннель и идти пешком, типа, да, то ли... Чего, блядь? Ну да, возможно, нам надо сейчас туда, короче, перейти и пешком просто пиздячить, не знаю. Там вроде бы можно, вроде бы есть возможность. Может, фишка в этом? Ну да, тут дырок никаких нету, ехать он дальше не хочет, соответственно. Наверное, дело в чем-то в таком. Блять, ну есть, ну, наверное, только такое же, больше мне ничего в голову не приходит. Ёбана в рот, блять. И вот хуй поймешь, ты правильно пришел, неправильно, блядь, вообще нихера непонятно ведь, да? Вот как, блядь, самому додуплить, вот, блядь, чего, блядь, куда, блядь? Тут типа работает, но у нас забаррикадировано, то есть надо как-то... А, ну походу мы правильно сделали, да, чуваки? Ты, суки, блядь, я... Блядь, вот это меня заебали, нахуй, а. Кстати, тут либо тока нету, поэтому можно спокойно ходить. А, нет, есть, блядь. Охуеть, а. Ну, это очень, очень много моментов, когда надо саму допетривать, что делать, да, и по правде говоря, порой, ну, не очень-то и ясно на самом-то деле. Как догадаться, чего там или там надо делать, блядь. Вот как было допетрить, да, что тебе нужно было вот, пиздец, вернуться вот сюда и, блядь, ну, вообще реально... Порой, по-моему, они перемудрили с этой вот хардкорностью в плане задачек. Это даже и не задачка, это, блядь, даже хуй знает, как это назвать, если честно. Ну вот, вроде мы раздуплились, по крайней мере, что дальше делать. Блять, меня покосали сильно. Револьвера нету. О, по-моему, патроны к револьверу, да? О, отлично. Охуенные новости. Так.
Смотрите, мы, значит, сюда попали, но мы можем еще вниз даже куда-то спуститься. Я так думаю, что нам вниз точно надо, там, может быть, будут какие-то припасы, правильно? Ну да. И как ни крути, а кое-чего мы тут нашли, да. Какую-никакую броню. Какие-никакие патроны. Ну, хотя в целом, конечно, херня. Да, особо припасов не насобирали, но более-менее, хотя бы что-то. Так, хорошо. Заодно и солдафона последнего грохнули, падал, блядь. Стрелки ворошиловские, а. Что он дальше не едет, я что-то не понял. А, вот, наконец-то. Это можно ебануться, блин. Сколько я еще буду по этим рельсам ехать? Суки, бляди! Пидорасы, блядь, сука! Заебали, блядь, а? Да, по этим рельсам сколько еще ехать и... Вообще жесть. Эта череда препятствий заканчиваться вообще не хочет. Совершенно. При этом турель. Так, ну одну я увидел, вывел уже из строя, да. А вторую я, честно говоря, что-то не вижу, где она есть. А, вот же. Кстати, блин, вот тоже, да, согласитесь, блядь, не каждый же заметил бы, да, назад бы не каждый бы сейчас посмотрел. Ой. Я не понимаю, потому что, смотрите, чтобы турели активизировались, надо было бы эти красные линии зажечь, да, а зачем мне было бы... Вот зачем мне нужно было бы сюда залазить, да, я не понимаю. Какой смысл? Может, типа, надо как-то по этим ящикам наверх вылезти? Потому что я же, ну, и турели активизируются только если эти штучки нажать, а если ехать дальше, то как же я их нажму? Дальше тупик, что ли, будет? Я еще. Ебануться, тапки гнутся, блядь, а? А, хотя мне там брать нечего. Ну, опять моментик, да? Гениальный моментик, блядь. Хорошо, что у нас эти бомбочки есть в автомате. Честно говоря, без них бы некоторые моменты вообще непонятно, как бы я проходил бы, если честно. High voltage. Так, ладно, ребятишки, это, походу, никогда не закончится. Я предлагаю на этом наш шипл закончить, да. А в следующем уже дупляться, чего делать дальше. Ну это капец просто, да, ракетницы эти, блядь, вообще, хардкорнейший, блядь, я просто офигеваю, да, немножко, как по мне, все-таки затянут этот момент с вагонеткой, прикольно сделано, но слишком уж долго мы на ней едем, но в то же время все равно тебе как бы и весело, да, потому что унывать тебе не дают реально, ты все время что-то решаешь, какие-то задачки, думаешь, куда тебе идти, непонятно совершенно, куда тебе идти при этом, да. Солдафоны эти, блядь, за тобой по пятам ходят, причем реально противники, они действительно охеренные. В общем, жуть, чего творится.
Да, Half-Life, ребятки, Half-Life. Вот раньше делали игрушки, учитесь нынешние разрабы. Я вам, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч, ребятишки. Пока.